Крупный животноводческий комплекс скоро появится там, где раньше была тайга. Вьетнамская молочная компания заложила первый камень в строительство масштабной фермы в Яковлевском округе. 3, 2, 1, пожалуйста! Сейчас наши соседи из азиатских стран заинтересованы в сотрудничестве с Россией в самых разных отраслях – сельское хозяйство, туризм, добыча полезных ископаемых. В Приморском крае есть большой порт. Мы выбираем, чтобы потом смогли производить не только молочные продукты, но еще другие сельскохозяйственные продукты. И это не только для внутреннего рынка, но и для экспорта в Китай, Северную Корею. Создание животноводческого комплекса – большой вклад в развитие сельского хозяйства в Приморском крае. Теперь будет еще большим своего приморского молока. В комплексе поместится 12 тысяч коров, 6 тысяч из которых – дойное стадо. Реализация этого проекта вдохнет новую жизнь в развитие муниципального округа, Яковлевского муниципального округа, и даст возможность местным жителям работать на этом комплексе. Будет увеличен объем производства молока на территории Приморского края. 6 тысяч голов – это очень большой объем. Яковлевский муниципальный округ – одна из самых аграрных территорий Приморья. И создание животноводческого комплекса не только улучшит сельское производство, но и предоставит свыше 360 рабочих мест. Это сыграет большую роль в социально-экономическом развитии округа. Это предоставление рабочих мест, это развитие социальной инфраструктуры. Я знаю, что небольшая, скажем так, очередь выстраивается вот именно на трудоустройство в эту компанию. Идея построить крупный животноводческий комплекс в Приморье появилась в 2017 году во время рабочей поездки Юрия Трутнева на вьетнамский молочный завод. Далее началась работа по подготовке к строительству большой фермы. Мы проект сопровождаем на всей стадии реализации, от, собственно, поиска земельного участка до ввода операционной деятельности, потому что резиденты получают налоговые льготы. Собственно, мы помогаем эти льготы правильно применять, помогаем, консультируем их. Строительство животноводческого комплекса в Яковлевском округе планируют завершить в 2027 году. Наряду вьетнамская компания уже реализует два аналогичных проекта в Московской и Калужской областях.